Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу. Мы сегодня начинаем проходить сюжетное дополнение для Resident Evil 4, которое называется Separate Ways, или в нашем переводе оно называется «Два пути». Здесь у нас такой иной взгляд на приключения Лёни, то есть со стороны Адочки. Говорят, что дополнение отличное, оно просто на голову выше, чем оригинальное дополнение. Кроме того, оно достаточно продолжительное, то есть это не какой-то такой, знаете, короткий огрызок, который продали за 10 баксов. Нет, это прям хороший, качественный продукт. Ну давайте проверим сами. Начать. Да, хорошо. Костюм и аксессуары, выбранные в меню дополнительно, будут отображаться на персонажах и в дополнении «Два пути». Понял, хорошо. Ну-ка, дополнительно, посмотрим. Здесь-то понятно, у меня все стандартом стоит, но поменять внешний вид Адочки мы пока не можем. Ну, на хардкоре, конечно, погнали. Теперь моя очередь, друг. Нельзя так заканчивать танец. Твои любимые, вроде. Очень вовремя, Ада. Что бы я без тебя делал? Ах, да. Спасибо. Прикинь, эти чертовы монахи все у меня отобрали. И янтарь тоже? Нет. Его я спрятал прежде, чем попался. Ну тогда веди. После вас. Что ж, идем. Сюда. Он близко? Не очень. Он спрятан. Без янтаря сделки не будет. Ты знаешь условия. Ладно, ладно. Зачем он тебе вообще? Не знаю. Пока. И что-то у этих разработчиков перевести свое дополнение получилось полностью. Я ни на что не намекаю, но вы понимаете, о ком речь. А у кого-то не получается, видите? Вот и они. Нас уже ищут. Уходим по-тихому. Понял? Да, понял. Ну, давай, Луис. Ну, даю. Верни янтарь. Встретимся позже. Эй! Слушай, разве мужчина бросит даму? Давай, оставь!
осторожнее тут! Встречаемся у церкви! И что, сразу с ним драться нужно? Серьезно? Да в смысле лучше? Уходим отсюда, мать! Бежим! Да ёб твою за ногу, что делать? Я забыл, как там уворачиваться, и управление забыл, все прикинь. Вау, все получилось. Тихо, бежим. Там L1, получается, блок. Все понял, хорошо, пошли. Офигеть, что сразу с самого начала такая дичь, да вы прикалываетесь? Так, что-то происходит. Это что такое, в смысле? Охренеть, что происходит? Бежим. Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас нужно подлечиться сначала, я думаю. Какого хрена вообще происходит? Слушай, нифига себе, такого вообще не было в оригинале. Пока что это выглядит очень круто, кстати. Это он, вот он. То есть нужно найти, короче, где он. Сейчас только всякую фигню мы развеем. А, в смысле, перезарядка, конечно же. Тихо, спокойно. Да что ж такое-то? То есть эти даже тени могут меня атаковать, нифига себе. Это вообще не прикольно. И вот он. Да они сейчас будут появляться и появляться. Блин, да все ж такое, все заканчивается. Что делать? Давай сюда. Хорошо, сделаем иначе. Есть, получилось. Есть! Но это еще не все, да? Ну, начало уже интересное, слушайте. Нифига себе, у этой твари, оказывается, еще и способности есть. В оригинале он вообще, типа, никакой роли не сыграл, кроме как слияние с Салазаром. А здесь, видите, у него прям роль расширили. Ну, тут локация нам знакома. Сейчас пойдем, наверное, нужно как-то обойти здесь, может быть. Да, я могу это сделать. Сейчас пойдем заберем все, что плохо лежит. Ну, пока начало прям меня очень интригует. Походу, люди реально не обманывали. Там прям все в восторге от дополнения. Говорят, что это прям что-то интересное, прям безумно. Хорошо. Я уже начинаю вам верить, ребята. А что еще хотелось бы? Просто в оригинале это добавили, знаете, почему? То есть оно там еще бесплатно шло к изданию для PlayStation 2, потому что версия для PlayStation 2, во-первых, задержалась. А до этого все время, скажем так, резики всегда выходили на консолях PlayStation, да? Но тут, получается, консольщиков, тут Sony Boy'ов прокатили, потому что четвертый резик вышел сначала эксклюзивно на GameCube, а потом они решили как бы, зайти обратно на рынок Sony. Когда лицензия, когда договор с Nintendo закончился, они такой, типа, в качестве извинения сделали небольшой огрызочек за Аду. Вот, который, в принципе, был неплохой, но и хорошим назвать его было сложно. А здесь ребята прям запарились и сделали совершенно новое, прям полноценное дополнение. Там еще многие возмущались, почему это оно платное, в оригинале оно было бесплатное. А я сразу говорил, потому что его будут делать с нуля, ребята. И, в общем-то, оказался прав. Соответственно, раз это просто новое абсолютно дополнение, сделанное с нуля, просто называется точно так же, то почему бы не брать за него деньги? База, прием. Луис спрятал янтарь, но я послала его за ним. База, меня слышно? Слышно.
Продолжай. Возникла неожиданная проблема. И? Что ты будешь делать? Луис уже на пути к церкви. Я за ним приглядываю. Хорошо. Но советую поспешить. Ладно. Только оценю маршрут. Надо выйти и осмотреться. Ага. То есть мы еще и вот так можем делать, да? Ну ты погоди, сначала я осмотрюсь, а то я знаю эту игру. Но на карте ничего не обозначено. Ладно, давайте наверх. Что у нас тут? Что-то вот здесь. Мне надо туда. Понял, принял. Иди по верхам. Способ знаешь. А что у нас Вескер шипит-то, я не пойму. Я знаю, что он в оригинале шипит, а то очень стебали некоторые ребята. Это опасно. Надо быть начеку. Да нормально все будет, что ты переживаешь? Здесь вроде ничего нету. И здесь тоже ничего. Ладно, пошли. Помни, что твоя цель. Янтарь. Остальное не важно. Заканчивай там уже. И неси янтарь. В смысле, заканчивай там уже. Как будто так просто все это. Минус раз. Там вроде никто меня не заметил. Я надеюсь на это, по крайней мере. Хорошо, идем. Причем, заметьте, у нее довольно прочный ножик. Так, к слову. Еще и ПС, это значит, мы можем взаимодействовать с торговцем, по всей видимости, здесь. Вот только я не помню, в оригинале-то можно было с ним взаимодействовать или нет. Да, здесь точно можно это делать. Пока никого не вижу. А мы можем использовать пушку? Или нет? Просто это ж мы, по идее, еще до прихода Леньки сюда залезли. Тихо, не поворачивайся, не поворачивайся! Получилось. Красная трава, замечательно. Давай сейчас это дело все смешаем, я думаю, да? И вот здесь можно тоже что-нибудь сделать. Патроны для пистолета хотя бы. Лишним точно не будет. А мы можем сверху кого-нибудь убить? Есть такая функция? Она ж тут типа суперагент. Минус раз. Но он, по идее, ничего пока не заметил. По стелсу сейчас пройдем, ёптись. Роскошный браслет, это замечательно и здорово. Я думаю, Адочка такое любит. Прям пока неплохо идем, ребята, вы знаете. Здесь пока я ничего не наблюдаю. Пойдем еще раз все осмотрим, потому что я более чем уверен, что здесь много чего спрятано. Просто я кого-то слышу. Вот он. Сейчас повернется стопудово. Не получится здесь по стелсу пройти, да? А, не, почему? Ну, вроде все. Здесь мы с зачисткой закончили, поэтому я думаю, что можно спокойно передвигаться уже, да? Только вот знаешь, что меня смущает? Меня смущает количество моего здоровья, поэтому, наверное, я подлечусь все же. Но, судя по звукам, там есть еще враги. Здесь тоже можно спрыгнуть, потом подняться. Ну, давайте так и сделаем.
Они немножко, видишь, поменяли локацию. Теперь ее можно изучать несколько иначе. Есть обходные пути. Ну, потому что в первую очередь, видимо, заточено на то, что за Аду ты будешь проходить именно по стелсу. Это Ленька там всех бьет и сбивает, и сам получает, да? А все-таки Адочка, она такая более тихая у нас. Девчуля. Так что, что мы делаем? Мы спрыгиваем вниз. Стоп. Тихо, тихо, тихо. Получилось хорошо, просто замечательно. Вроде больше здесь нет никого. Пойдем сейчас посмотрим. Можно же немножко пробежаться, только нужно вспомнить управление для начала. А вот эта штука, смотри, можно ее использовать, по идее. Я помню, что в Резике оригинально можно было это сделать. Сейчас, конечно, будет временной парадокс, потому что вообще, по идее... А, нельзя, видимо, да, теперь? Потому что, типа, такого мы сделать... А вот почему можно. Да, меня спалили. Ну, сейчас я это использую, но, по идее, короче, это косяк вообще-то. Но такого быть не должно. Сейчас уймем. Ну вот и все. Я думаю, что если пройти это по стелсу, то дали бы, наверное, трофей. Но я сам накосячил. Все? А если вот туда еще стрельнуть? Нужно прямо. Ну-ка, сейчас давай попробуем. Да, все отлично. Нифига их там прет. Быстрее! Я понял, принял. Я понял, да, спасибо. А, подожди-ка, смотри-ка, с пистолетом с крюком в ближнем бою. Используй пистолет с крюком, чтобы добраться до оглушенных врагов и нанести им удар в ближнем бою. Нифига себе. Ну, нам это пока не надо. Ну, в том плане, что мы можем, в принципе, и так им навалять. Это ты зря, подружайка. Хорошо вышло. Все. Кто молодец? Я молодец. Там еще идут? Ну да, видишь, типа сигнал тревоги сработал, и они тут же появились. Ну пускай обходит, сейчас мы ее встретим здесь. Почему нет, если да, я думаю, да? Все. Ну и порох получили. Конечно, патронов я потратил слишком много. Стоять, в смысле, серьезно? Что за звуки? Кто там орет? Здравствуйте, девушка. Что вы тут за дурью занимаетесь, да, скажите-ка мне? Ничего себе, она быстро фигачит ножом. Ну, вроде здесь мы закончили, поэтому можем идти дальше. Хотя вот там тоже есть, видишь, типа, я уничтожил, да, я уничтожил. Пошли лучше поднимемся наверх. Как можно быстро это сделать, видишь? Лёне не хватает такого крюка в основной игре. Пригодилось, я думаю, более бы чем. А теперь давай-ка сюда. Там мы все-таки уничтожили. Давай-ка уничтожим где-то еще вот там же, да? Подожди, где там я видел? А тут, видимо, мы не... А, вон почему можем. Получилось? Да, получилось, круто. Что-то еще здесь, давай-ка на всякий случай проверим, да? Все, пошли. Ну теперь, я думаю, мы можем спокойно идти дальше, вообще не парясь.
Показалось. Думал, там что-то есть полезное. Кстати, в оригинале вот точно так же вы можете поднять пушку. Запомните, кто не знает. Это экономит кучу времени. Вон там только сначала плюху нужно забрать. Рубин, хорошо. А, понятно. Сейчас давай лучше обойдем. Тут еще и пушечка рядом стоит. Смотрите, как они сделали. Чтобы нам удобнее было всех отстреливать. Ладно. Хорошо. Ничего личного. Ну, вроде все. Можно было, наверное, даже пушкой не пользоваться, а просто бочки взрывать, да? Интересно, может, тоже за это трофеи дают? Фиг его знает. Добавили ли они вообще трофеи новые? Вот это вопрос главный, который мне хотелось бы... Ответ на который мне хотелось бы узнать. Ну, пока у нас, в принципе, ресурсов прям более чем достаточно. Пойдем-ка сюда. Надо еще допройти на профессионале, на стримах. Четвертый резидент. Никак не получается. Понятно. Значит, он будет основным боссом здесь, в этом DLC. Будет преследовать нас, видимо, да? Результаты. Хорошо. И музыка, кстати, хорошая. Меткость, конечно, хреновенькая, но тут ничего не поделаешь. Скорее всего, из-за пушки, да? Так, пишущая машинка, сохранить игру. Погнали. А там что-то еще есть. Изменить кейс, смотри. Ну, это типа просто кейс. Патрон до пистолета. Ну, давай что-нибудь. А, типа у нас такой и стоит. Хорошо. В хранилище нет ничего. Бонусов нет никаких, поэтому идем дальше. Хочет получить янтарь. Этот ящик Пандоры. Сколько зла можно совершить с ним? И какова будет цена? Оплатить ведь придется. Обязательно. Лучше даже не думать. Я поняла это. И смирилась. Но та ночь в Дракон-Сити все изменила. База, выдвигаюсь на встречу с Луисом. Вижу высокую активность Лос Иллюминадос. Не расслабляйся. Ясно. Отбой. Где-то недалеко должна быть церковь. Вижу уже врага. Но у меня уже ножик потихонечку, скажем так, ломается. Надо бы найти торговца, он здесь по-любому есть. Только где, неизвестно. Давай-ка сюда. Слышу звук какой-то, как будто что-то заминировано. Слышите? По всей видимости... Надо быть аккуратнее. Опа! О, прикольно, смотри. Даже так можно, они такую даже анимацию сделали. Он спускается вниз, я за ним. Сейчас присаживаюсь.
Давай, давай, быстрее. Блин, что-то раньше времени нажал. Но у меня сейчас нож сломается, ну что ж такое. Ну там, благо, мы нашли дополнительный ножик, так что... Все, по идее, должно быть хорошо. Здесь пока ничего. Подожди, давай обойдем с другой стороны. Здесь тоже нет нифига. Ну, в таком случае присаживаемся. У нас здесь есть... бочка. Я думаю, это неспроста, да? Ну, конечно, да, я так и знал. Да ёб твою, за не туда нажимаю. Не ту кнопку, сейчас просто еще путаюсь, ребята. Хорошо получилось. Да быстрее, ну. Я мог, просто надо было... Я тупанул сейчас дичайшим образом. Сейчас, секундочку, подлечусь. Короче, я просто, ребята, отвык от управления, поэтому сорян. Я понимаю, что это странно порой выглядит, но реально отвык. Быстрее. Воу. Вроде все. Повезло, повезло на самом деле. Сейчас, нужно просто к управлению привыкнуть. Я тут просто играю в другие игры, там по-другому все работает, поэтому у нас такие проблемы. Все, она сгорела. На работе-то бывает такое, да? Люди выгорают. А это что за звуки? Повезло, но, к сожалению, ножик сломался, ребята. С этим ничего не поделаешь. Только не пойму, что там пищит, слушайте, очень странно, именно в том месте. А там, смотрите, есть очередной, ну, как бы скажем, ящик, да, давайте назовем это так. Шкатулка большая. И вот здесь у нас взрывчатка. В этом дополнении, как выяснилось, 5 глав и... проходится это дополнение, внимание, там в среднем за от 5 до 7 часов. То есть это еще, чтобы вы понимали, это размер ремейка Resident Evil 3. И стоит он всего 10 баксов, а ремейк третьей части стоит 50. Не, я понимаю, что здесь все собрано на ассетах четвертой части, но большая часть Resident Evil 3 ремейк собрана на ассетах Resident Evil 2, так к слову. Так что очень странная ценовая политика, должен отметить. Вам так не кажется? Быстрее! Стой! Аккуратно. Чё-то капец, я вообще разучился играть. Бежим. Да нет, ты брось, а. Нет, 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 нет. Повезло, блин, как же повезло. Я думал, сейчас мутирует. Ну, у нас впереди такие еще будут, так что... За это можно не переживать. Так, упал, отжался. Красная, ой, сивый, господи, красная. И красная трава, и желтая трава, какая хочешь. Тут больше ничего нет, точно ли? Пока что-то нифига не наблюдаю. И тут вот интересно с сохранениями, как дела обстоят. Что-то я пока не вижу печатных машинок. Типа только после главы можно сохраняться или как? Здесь большая толпа. Чего это они так всполошились? Президентская дочь. Конечно же. Как же это не вовремя. Считай, что деревня заражена, и всех ждет погибель. Я читала досье. Ладно, я разберусь. Понятно.
И вот мы уже почти пришли к началу. Интересно, здесь будут новые локации? Или типа мы только по старым будем ходить? Ну, по идее, должны быть. В оригинале вроде были. Там и подводная лодка была, которую никто не любит. И еще всякое было. Так что... поглядим. А это что-то я не узнаю место вообще. А это вообще было в оригинале? Это мы вообще в другое место пришли, слушайте. Любопытно. Тихо, тихо, тихо. Их тут просто до одного места, смотрите. У меня еще два ножика в запасе имеется. Так что, в общем-то, живем. Надеюсь, долго и счастливо. Тихо. Надеюсь, никто меня не услышал, не? В окно лучше не прыгать, потому что это слишком шумно. Тихо, тихо, тихо. Ну там еще их двое, но лучше не взрывать, потому что что-то чую я, мне это еще пригодится. Ждем. Не-не-не-не-не. Все нормально, отвернись, тетенька. Ну вот они там так ходят, слушай, прям неудачно. Хрен на самом деле их подловишь. Они тебя, наверное, должны спалить на этом моменте. Ну все, да, здесь вообще не вариант. Или подожди, они меня не видят? О, как интересно. Бежим. Стой. Получилось, да, и вот пошел народ. Все? Да, мне повезло. Я очень... Или нет? Здравствуйте, дяденька. Это все или там кто-то еще есть? Выходите все, а сразу, чтобы я вас толпой загасил. Пойдем сюда. Давай, подходи. Ну, он вроде бы один. Потому что я больше никого там не наблюдал. Ну и тем более сразу музыка поменялась. Ну нам по идее можно сюда зайти или идти туда, я правильно понимаю? Ну там закрыты ворота. Даже не знаю. Ну сейчас пойдем сначала тогда в ту степь, потому что мне кажется, что нам надо... Постой, да, здесь же было, помните, закрыто. Когда мы Леней ходили, мы эту штуку отодвигали. И сюда попасть мы не могли, причем мы ни разу так и не попали туда за всю игру, по-моему. Да? Вот как интересно. Потому что я что-то не помню, чтобы мы там были вообще. Забавно такие моменты замечать. У меня еще гранат до хрена. Сейчас давай обойдем. О, смотри, не зря зашли. Здесь что-то еще есть. Графин, замечательно. Ух ты, нифига себе, здравствуйте, дяденька. Зачем свинюшку-то обижаете, а? Нет, стоп, стоп, стоп. Не, нормально все. Они пока не перевоплощаются. Мне еще дают какое-то время, ну, скажем так, адаптироваться. Потому что когда начнет эта херня появляться, ну и паразиты, это будет прям очень не очень. Сейчас пойдем поднимемся наверх, потому что там вроде я еще не изучил второй этаж. Смотрите, здесь мы, в принципе, все осмотрели. Тут ничего нет, здесь тоже ничего нет. И тут нифига. И здесь ничего. Что-то нифига здесь никак не пролезть. Что за дела? Значит, я здесь все забрал. Только один момент. Ну, тут вряд ли что-то есть. Это обычная специальная штука, чтобы можно было врагов поджигать. Их тоже можно сюда было заманить, если что, это использовать против них. Ладно, в таком случае уходим. Мы забрали все, что смогли забрать. Я надеюсь на это, по крайней мере. Я до сих пор платину в резике не выбил.
в четвертом. Косяк. Спокойно. Ух, прям в лоб мне. Да ты что, прикалываешься? Я пытался увернуться. Вот это вообще удобно сделано, капец. Мне реально Леньке этого не хватает. Но он, наверное, просто слишком жирный, да? Его просто крюк не подтянет никак. Леон, куда же без тебя? Давай, отвлекай наших друзей. Поищем другую дорогу к церкви. Ага, понял, принял. Иди здесь, пожалуй. Ну-ка, смотрите, это опять же, это все новые локации. Прикольно, ладно. Неплохо вышло. Ты лучше не поднимайся, братанчик. Только я не пойму, а что это за... За отметина какая-то странная. Опять кто-то краску ходит, разливает, я не пойму. Чего за дела? А, типа сюда встать нужно, чтобы туда пролететь. Да, это специально отметили. Ага. Аккуратненько. Вот это ты зря. Я тебе сразу говорю. Хорошо получилось, правда? Стой. Все, ножей больше не осталось. И это меня печалит. А, так вот зачем это все нужно было. Да вы издеваетесь. Я понял. Вот такая отметка была. Потом... Блин, капец. Придется обратно возвращаться. А, там можно выше подняться. Смотри, вот такая. Хорошо. Что написано-то вообще? Нельзя, чтобы эти чертовы сектанты вытворяли тут все, что им заблагорассудится. Неужели никто не может убрать отсюда их мерзкие синие медальоны? Они же оскверняют все вокруг. Понятно. О! А у нас есть еще один нож, поэтому используем его. На карте-то они отображаются. Да, еще вот здесь и два дальше. Я понял, принял. Получается, здесь у нас... Надо правильно это все, я так понимаю, как-то соединить или что? Сейчас, как это делается? Вот так вот, наверное, да? Ну, типа, что-то типа похожее на это, я так понимаю, да? Сейчас, дайте-ка я сфотографирую, потому что у меня на это память очень плохая. Вот на символы вообще память ужасная. Ничего не могу с этим поделать. На всякие там цифры еще плюс более-менее, но вот на такое прям вообще беда. Ничего с этим не подделать, к сожалению. Потом здесь, смотрите, давайте сейчас внизу глянем. А, ну там, в принципе, да, другой был символ с той стороны. Вон он. Медальончик очередной. Так, есть еще? Ну, здесь вот такая хрень, понятно. И вот здесь вот такая, ладно. Ух, ну давайте смотреть. Что-то похожее было на вот это. Это раз. Дальше. Потом вот такая хрень. Буква Х. Где у нас есть буква Х где-нибудь? Подожди-ка, такого вообще нет. Что за дела? Вот это что такое? Ну, типа это похоже на Х, да? Но это не Х, не... А, подожди, кажется, я понял. Стоять. Это что-то типа вот такого. И потом последний у нас символ какой-то странный, да, я так понимаю? Это вот это... Вот, вот он, вот этот вот. Это еще не все? А, просто отключилась одна. Да, все. Там просто, когда я отошел, видишь, эта штука поднялась обратно. Давай посмотрим, что у нас тут. Дневник жительницы деревни. Сегодня прозвенел колокол. Я уже и забыла, как он звучит. Владыка призвал нас этим звоном, и все жители собрались у церкви, чтобы выслушать его. Он был таким же добрым, как и всегда. Мы становимся более дружными, и наши умы сливаются в единое целое. Чудеса, которые мы здесь создаем, скоро осчастливят весь мир.
Какая мудрость, сколько сострадания, благодаря милости нашего владыки мы обретем лекарство, которое избавит нас от безумия. Жду не дождусь, когда колокол прозвонит вновь. Угу. Сейчас посмотрим на карту. Стоп. Назад. Вот еще. И где-то есть еще, только вот с той стороны нужно, видимо, отсюда откуда-то фигачить. Сейчас один момент. Как-то я проглядел. Вот, вижу, да. Да ёб твою за ногу. Дело сделано. Профессиональные охотники за медальонами в деле. Что вы хотели? Опа, старое знакомое место, да, это церковь. Давай-ка посмотрим. Сейчас сзади подкрадусь, быстро его зафигачу, потом развернемся и поищем, что у нас с другой стороны имеется. А этот все копает, смотрите, копает и копает. Копатель, блин, онлайн. А сейчас что мы делаем? Давай-ка зарулим в сарайчик. Почему нет, если да? Здрасте. Все, готов? Кто-нибудь идет сюда? Ну, конечно же, как же... Ух, нифига, какая реакция! Да чтоб тебя, вот это херовая была реакция, я знаю. Бежим, там еще идут, да? По привычке стараюсь подбежать к врагу, знаешь, потому что я как бы Лене привык подбегать, а тут же можно с расстояния фигачить, вот я постоянно про это забываю. Давайте лечиться, что нам делать? А подожди, давай сейчас сначала осмотрим все, я думаю, да, это будет лучшим вариантом, потому что, может быть, мы найдем что-нибудь... Например, траву красную. И мы можем это смешать, все добро. И в итоге получится что-нибудь более бодрое. Почему нет, если да? Патроны для пистолета. Хорошо, здорово, замечательно. Здесь больше ничего не видите? В оригинале еще где-то здесь на дереве было гнездо. И я вот не знаю, оно есть здесь в этом дополнении или все-таки нет. Пока ничего. Давайте-ка сейчас мы вот сюда сходим еще. Я понимаю, что нам нужно в церковь, но... У меня такое ощущение, что мы можем, в принципе, зайти и сюда. Верно ведь? Здесь нифига стоять. Торговца по-прежнему нет. Обращаю ваше внимание на такой маленький моментик. Вот, красная трава. Вот видите, о чем я и говорил. Что стоило побегать, а это так, схаваем, да и все. Закрыто. Значит, нам пока не сюда. Что за звук был? Ленька там все воюет, судя по звукам. Забавно, хорошо. Ладно, пойдем. Не, мне нравится такое вот внимание к мелочам. Прикольно сделали. То есть видно, что да, не на отвали делали. По крайней мере, пока что. Прям запарились, ребята. Постарались. А то знаете, как сейчас многие вообще DLC делают. Это вот просто там тяп-ляп, быстренько на коленке сварганили и выпустили. Уже придется помочь.
Так катсцены, кажется, чутка отличаются, да? Так и быть, Леон. Разок помогу. Ну, на самом деле не разок, мы это прекрасно знаем. Не задерживайся, Луис. Что-то загрузка, подожди. Но это не конец главы, заметьте. Мы потеряли сигнал от Луиса. Где-то в окрестностях леса. Надежды мало. Это же там, где Мендес? У него там дом. Может, стоит проверить? Иди. Я тоже посмотрю, что можно сделать. Угу. Всегда с ним. Хорошо, я думаю, на этом давайте и закончим. Только я сейчас проверю, там сохранилась эта игра вообще или нет. Это у нас сейчас 17.00. А, 26. Ну, все правильно, 26-го-то 26-го. А сколько времени-то? 17. Да, все верно. Нет, стоп, нифига не сохранилось. Сейчас 17.06. Че за дела? Как сохранить игру? Тут можно сохраняться просто? Нельзя. Странно, что не было чекпоинта после катсцены. А вот зато есть печатная машинка, кстати, впервые, да. Или нет? Ни хрена здесь нет. Слушай, что-то какое-то обманул его. Заприте ее в церкви до назначенного часа. Ну, мы это видели, кстати. Ну, Леон ее спасет. Ну, конечно. А кто же еще? Ладно, давайте дойдем до, хотя бы до чекпоинта, потому что очень странно здесь как-то сделано сохранение. Вот единственный вопрос, который у меня возникает. Вот надо мне срочно уйти. Вот блокацена, почему не было сейва? Что за дела? Но мы можем подняться наверх, так, к слову. Сейчас, давай только я заберу все, что плохо лежит. И вот здесь что-то еще было в оригинале, но здесь, конечно же, вот сейчас ничего нет. Ну-ка, давай-ка наверх. Опа, смотри. Рубин нашли, но выше подняться уже нельзя. К сожалению, ладно, спускаемся. И выходим. Вот, теперь наконец-таки было сохранение. На этом, я думаю, давайте мы и закончим. Спасибо, что смотрели. Начало мне, по крайней мере, понравилось. Надеюсь, вам тоже. Не забывайте тыкать пальчики вверх, комментировать, даже подписываться на канал. На телегу подписывайтесь, там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции. На второй канал подписывайтесь, там записи трансляции выкладываются, если вы их пропустили. И не забывайте поддерживать канал рублем. Это помогает ему развиваться и не позволяет закрыться. Ссылки все есть в описании. Всем спасибо, всем пока.